Ремонт мостов на участке Усть-Куйга депутатские обсудили в Устьянском районе. На днях там работала правительственная комиссия. Она поручила дорогам Арктики провести обследование и подготовить план ремонтных работ на ближайшие 2 года. Подробнее об этом далее. На автодороге регионального значения Яна, участка Усть-Куйга-Депутатский, общей протяженностью 224 километра, сооружены и действуют 44 мостов. Всего 3 из них из железобетонного материала. Остальные все деревянные конструкции. В этом году многие мосты пострадали из-за провоза тяжелых грузов с углем и нефтепродуктами. Дорожниками проводятся капитальные ремонты мостов. Автомобильная дорога Яна на участке Усть-Куйга-Депутатский является одним из немногих дорог, которые имеют твердое покрытие в северных районах. Дороге мы уделяем очень большое внимание с учетом того, что перевозим жизнеобеспечивающие грузы. Это и уголь, нефтепродукты, продовольствие. И надо сказать, что мы провели очень большую работу по ремонту мостовых переходов. Сегодня на капитальном ремонте мостов задействованы дорожные предприятия дороги Арктики и Кривошапкин. На капитальном ремонте мостов работают плотники и столяри Снамского района. Их работой янские дорожники довольны. Ребята профессиональные. Видно, что работали раньше по этой части. Короче, ребята грамотные. Работа их, как бы, мы довольны. Все, в принципе, идет, делается в срок. Правительственная комиссия поручила казенному предприятию дороги Арктики провести обследование и подготовить план ремонта сооружений мостов на 2018-2019 годы. Сооружение мостов на участке Усть-Куйга-Депутатский. Туяра Семенова, НВК Саха, поселок Депутатский.